Ограбление ювелирного салона в центре Минска раскрыто по горячим следам. Около полудня в магазин «Царское золото» по улице Комсомольская зашел темнокожий мужчина. Попросил у консультанта примерить золотой браслет. Девушек не смутил внешний вид покупателя в майке, шортах и сандалях. В итоге драгоценность стоимостью почти 40 миллионов рублей оказалась на руке счастливчика. Когда девушка отвлеклась на оформление дисконтной карты, обладатель украшения кинулся к выходу. Математический склад ума продавцов за доли секунды подсказал, как надо действовать, и они ринулись вдогонку. Циничная шутка судьбы, но побег темной личности резко оборвался на площади Свободы. Юрий Шевчук узнал, что же толкнуло парня на дерзкое преступление. Этот посетитель зашел в ювелирный магазин около полудня. Как ни странно, но он не смутил продавцов своим внешним видом. Босоножки, носки, шорты и майка. К такому гардеробу мужчина решил прикупить золотой браслет стоимостью почти 40 миллионов рублей. Когда украшение оказалось на руке клиента, а консультант отвернулась, чтобы оформить дисконтную карту, жулик поторопился покинуть салон. Он вышел за двери. Вот, но при этом мы среагировали быстро, нажали тревожные кнопки, я выбежала из магазина, он побежал по улице Революционной в сторону, и при этом я бежала, кричала о помощи, но на самом деле мир не без добрых людей, нам помогли прохожие, и вот дальше уже парни за ним пробежали. Через несколько минут к небезразличным очевидцам присоединился наряд департамента охраны, которым сообщили об ограблении. Вся компания встретилась на площади Свободы. Именно здесь злоумышленнику было суждено лишиться своей свободы. Еще один интересный факт. Как только мужчину задержали, он сорвал с себя похищенное украшение и пытался избавиться от него. Да, пытался он его, сорвал с руки. И сопротивления как такового он не оказывал. Позже, когда злоумышленник был уже в наручниках, на место происшествия приехали следователи и эксперты. Сейчас на месте происшествия работает оперативно-следственная группа. Заходить в сам ювелирный магазин они запрещают. Там идет работа экспертов и опрашиваются очевидцы. Ну а самого подозреваемого уже отвезли в отдел милиции. В центральное РУВД города Минска по подозрению в совершении грабежа по улице Комсомольской был доставлен 36-летний минчанин. Выяснилось, что ранее он неоднократно судим за кражи и грабежи. В настоящее время в отношении него решается вопрос о возбуждении уголовного дела. А вот и главный персонаж этой темной истории. Как пояснил сам задержанный, изначально плана ограбить магазин у него не было. Все получилось само собой, когда украшение оказалось на руке. На вопрос, что он планировал делать с браслетом, подозреваемый сначала сказал, хотел подарить девушке. Но затем версия поменялась. А кому, расскажи, пожалуйста, еще раз хотел подарок сделать? Себе. Как? Или продать даже. Я думал, что проскочил. Но меня догнали. Догнали? Далеко вообще получилось убежать? Далеко. Если бы я быстрее ноги, я бы убежал. Видимо, еще и обувь неспортивная помешала реализовать амбициозные планы. Сейчас в отношении подозреваемого решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Грабеж». Подробности преступления, а также все грабежи, которые случились в ювелирных салонах столицы за последний год, мы расскажем и покажем в нашей итоговой программе в пятницу. Юрий Шевчук, Анатолий Долотовский, Зона X, Минск.